Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. Во вторник в Самарской области пасмурно и тепло. Осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 6, плюс 8 градусов, ночью плюс 2, плюс 3. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 6, ночью плюс 3 градуса. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 6, ночью плюс 3 градуса. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем 6 градусов тепла, ночью плюс 3. Ветер южного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.